11:06 в городе Кирове. В эфире программа «Дневной разворот». В студии сегодня работают Соня Демина и Николай Голиков. Сразу скажу, что в третьем часе моего присутствия в студии к нам сегодня немножко вне плана придет Евгений Петунин, потому что программа должна у нас сегодня быть «Союз нерушимый», а будет сделана в Вятке. И мы с ним будем путешествовать на машине времени в 1981 год. И кто из присутствующих уже жил в это время? Я нет, у меня еще не было. Тебя еще не было, да? Денис? Были уже, да? Вот будем вспоминать этот 81-й год. Во втором части у нас будет сегодня традиционный уже культ-поход, наконец-таки. В ту пятницу у нас его не было. К нам в гости придут представители нашего драмтеатра. Евгений Ланцов, художественный руководитель театра. И Захар Пантелеев, режиссер-постановщик спектакля «Пикассо», о котором мы будем говорить в том числе. Ну, а в первом части вы уже слышали имя Денис. У нас сегодня интересный очень гость. Я думаю, что очень знаменательный такой гость. Денис Осокин, российский поэт, прозаик, сценарист, автор известной повести «Овсянки». Он приехал в Киров, у него презентация книги прошла вчера, «Огородное пугало» с ноября по март в библиотеке имени Герцена в нашей. Ну вот, а сегодня он у нас в студии. Денис, добрый день. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Да, мы тоже очень как бы так это рады, да, что нашли повод. Но я так понял, что вы в Кирове на этот раз не на один вечер, не на один день. Да, я буду несколько дней. Поживу у своих друзей, начну здесь одну текущую работу, как за мной, потому что всякие работы из города в город переезжают, и мне нужно будет стартовать с онлайн-курсами завтрашнего дня, и съезжу кое-куда в области. Тут такой интересный момент. Вот вы как бы говорите и пишете, что с Кировской областью у вас очень много связано, ваши герои здесь живут, все, а сами вроде как здесь и не бывали, это правда? Почему я здесь бываю давно, но поселять героев своих книг я начал до того, как стал физически приезжать сюда в область. Действительно, вятская сторона, вся, она для меня как моя Средняя Волга, центром которой является, в общем-то, Казань. Это такое пространство моего дома, что ли. Так я чувствую изнутри, и я себя чувствую здесь сам как дома, хотя хожу физически этими дорогами, ну, лет, наверное, не больше 15 последние. А пешу-то я гораздо раньше, давно. Ну, а так вот никаких там, условно говоря, корней, как говорят, там родственники, каких-то связей. В обозримых поколениях я их не вижу, но родной эту землю я для себя ощущаю, чувствую. И какая-то чуть ли не с детства для меня здесь горят такие маяки. И, в общем, меня сюда тянет по-настоящему. А я такими вещами дорожу и верю им, что это все неспроста. И мне это таинственно интересно. В общем, все самое лучшее, что только может писатель испытывать, художник. Поэтому я сюда всячески хожу, иду. Если не могу приехать, то расселяю героев своих книг. У меня они много где живут здесь по области, на самом деле. То есть у вас герои живут в тех местах, где вы никогда не были? Я сейчас тоже побывал, но не везде. Где-то я был в области и раньше, и позже, и до. Где-то еще нет, хотя герои моих рассказов там уже живут. Что касается самой Вятки города, то книга, с которой, можно сказать, началась моя актуальная литература, за которую я получил в 2001 году премию «Дебют», и после этого меня стали активно публиковать, цикл рассказов «Ангелы и революция». Там вот на титульном листе этой книги написано «Ангелы и революция», в скобочках «Рассказы для города Вологды», Вятка, 1923 год. И на первой же странице герой автора этой книги представляется, называет себя здешним жителем. Вот. И дальше уже. И там тоже много чего здесь происходит. Вот когда я эту книгу писал, я не бывал здесь никогда. Поприехал только потом. Я обожаю так работать. Все, что связано с пространством, и с его тайнами, и с его возможностями. Это, наверное, мое самое любимое занятие, вот этим всем заниматься. Нет, ну помещать своих героев в какие-то в реалии места, где вы никогда не бывали, но это тоже надо как-то. Но с другой стороны, сложно потом сюрприз. Но это, возможно, сложно, не знаю, для других родов деятельности. Это невозможно для журналиста, допустим, ну, для ученого, наверное, для художника, для поэта-то это еще как можно. Достаточно
Я вчера об этом тоже говорил на презентации. Достаточно даже самих имен географических, топонимов, гидронимов, они как пароли срабатывают, и что-то вот открывается даже нараспашку, я бы сказал, внутри себя, и можно сидеть дома на табуретке за столом. Нет, ну, Денис, вот такой просто у меня в жизни интересный случай был. Мой знакомый московский писатель тоже, он почему-то использовал наш поселок Нема для своего романа, такого полуфантастического. Он его издал, нормально, все хорошо. И первый отзыв, знаете, какой был? Там все всем понравилось, кроме одного, там написали: в нашей Неме никогда не было железной дороги, а у вас она там то и дело, типа того, это функционирует как один из порталов там временных, там у него есть все перемещения в местности, как бы, и вот и как бы он сразу так расстроился из-за этого очень сильно. Потому что он старался, он тоже воображал, представлял вот этот край, да, и вот он все представил, кроме, так сказать, некоторых фактических моментов. Ну, железная дорога — это серьезный ляп, это же можно на карте посмотреть. Ну, он тоже сказал, зачем я буду смотреть на карту, мне нравится вот название, ну, Нема, там, тем более там сюжет был реальный, он взял за основу реальный сюжет, который там происходил, вот, и просто ему потребовалась там железная дорога, ему потребовался какой-то портал, да. Ну, думаю, художник волен. Художник, да, и здесь... Нет, я просто закончу, он когда отвечал этой жительнице, он правильно сказал, говорит, у вас ее никогда не было, но я надеюсь, что она у нас после этого романа появится, и на этом как бы цензен был исчерпан. Дело в том, что художественная реальность, по моему глубокому убеждению, она не слабее реальности физической, она даже во многом сильнее ее, поэтому если чего-то нет и быть не может в физической реальности, то в художественной, пожалуйста, в художественной можно преодолевать смерть, можно делать все что угодно со временем, и это же... Если то, чего мы не можем, до чего мы не можем дотянуться здесь, там, пожалуйста. Я смотрю в карту очень внимательно, но я иногда придумываю то, чего нет. Допустим, жители, герои повести «Овсянки», они живут в городе Нея, в реке Нея, в Костромской области, и работают на Нейском бумкомбинате, вот, которого нет в реальности, хотя его собирались строить, и жители ждали, и я помню, потом в интернете читал упреки, что, дескать, писатель над нами поиздевался, у нас его никогда не было. А я его просто там построил, в «Овсянках», и вот, пожалуйста. Альтернативная, ну, то есть у вас опыт такой есть, когда построили железную дорогу, вы построили бункер. Я понимаю, да, это. Другое дело, если автор хотел и огорчился, что он там что-то проглядел, но это другой вопрос. Но вернемся все-таки к книге, которую вы презентовали нам с вчера. С прекрасным названием, да, название мне очень впечатлило. Да. «Огородное пугало с ноября по март». Отлично. Это, насколько я знаю, сборник, и «Огородное пугало» — это название какой-то одной книги, по которому назван весь сборник? Или все это... верно, да. Именно так. Я пишу очень такие короткие книжечки, я сам называю свое законченное произведение словом «книга» или «книжка», или «книжечка». По сути, это циклы рассказов, циклы стихотворений или там все вперемешку. Вот такими маленькими книгами я пишу, и именно так я свою литературу представляю. И в этом сборнике, а это самый большой сборник на сегодня из всех моих, там 49 таких вот произведений-книг, и одна из них называется «Огородные пугало с ноября по март». Вообще, это вторая книга о пугалах, есть еще просто «Огородные пугало». Вот в первой части рассказывается о жизни пугал и взаимоотношениях с людьми, с животными, со стихиями, со всем космосом в теплое полугодие, в такой дачный деревенский летний период. Я написал, хорошо, мне стало этого недостаточно, и очень хотелось с ним обратно, я очень их люблю, этих всех героев своих. И я решил написать о том, как они живут зимой, потому что зима оказывается еще более нежной и удивительной, чем лето. И вот эта книга, она как раз-таки о жизни пугал в холодный период, который оказывается куда более страстным, чувственным, смешным, вот, чем тот самый дачно-летний. А когда я написал вторую книгу, и таким образом закрыл весь календарный год, я тут же задумал третью книгу, которая у меня сейчас в работе, о пугалах. Она будет называться «Огородные пугалы не умеют прощаться». И, потому что мне с ним невыносимо расставаться.
Я надеюсь, что если будет получаться, то я ее и напишу. Денис, просто хочу тут свои 5 копеек ставить. Дело в том, что я не знаю, в курсе ли вы, но вот именно в этом году, вот в этом 19-м году у нас в Кировской области, в деревнях Кировской области пошло такое, я бы сказал, поветрие, да? Проходят очень много конкурсов красоты среди огородных пугал. Первый раз слышу, спасибо вам. Вот, так что вы имеете в виду, что это еще, может быть, у них еще и вот что появилось в их жизни. Там реально проводят конкурсы красоты, причем пугал делают уже теперь специально под эти конкурсы. Их делают похожими на какое-нибудь местное начальство, на всякий случай. А в каких районах это и где конкретно? Я вам могу потом эту информацию послать, да, у меня сейчас при себе нет, конечно. Я как минимум знаю 4 таких случаях уже. Я не сталкивался с этим в России, мне очень интересно, конечно. Так что ловите тему. Мы сделаем 40 секунд перерыва, вернемся. Продолжаем разговор с Денисом Осокиным, российским прозаиком, поэтом, сценаристом, который презентовал вчера в библиотеке имени Герцена свою новую книгу «Огородные пугало» с ноября по март. Вот как раз мы тут затронули тему этих пугал. Эти конкурсы, они проходят в определенных деревнях, там приурочивают, господи, какой ужас, приурочивают обычно, ну, там, 100 лет деревне, там, или 90 лет району, и вот в программу праздничных мероприятий, где обычно было довольно скучно, концерт, там, что-то еще, вот сейчас появляются все время новые какие-то формы, и вот в том числе появились вот эти конкурсы красоты среди огородных пугал. Я Ольге Кошелевой на почту скину информашку с картинками, посмотрите, может быть, спасибо, вам работа большое пригодится. Чудесно. И... Вернемся опять к книге, да. Потому что про пугал можно говорить бесконечно. Это сборник за вообще всю вашу творческую жизнь, получается. То есть, как я слышала вчера на презентации, это 22 года писательской деятельности, собраны в одной книге. То есть это очень важный труд. Большая часть. Там не 100% того, что я написал в такой взрослый, так сказать, период. Процентов 85 там есть. Я пишу очень коротко, действительно трачу мало слов физически. Они у меня такие тексты мои очень плотные, сверхплотные. И поэтому поместилось, да, просто я узнал, когда подписывал договор с издательством МСТ, какой предполагается объем, посмотрел, посчитал, и только потом стал понимать, что вмещается вот так много, ну и хорошо. Вот. Не было цели делать какой-то отчет, свод, значит, всего, что... Нет, просто так получилось, и вот это здорово. Мы работали очень долго, почти 3 года над этой книгой. Одна верстка только 1,5 года шла. Ну, читателям, я думаю, это большой праздник, потому что ваши небольшие вот эти все стихотворения, произведения, всегда кажется, что если читаешь только одну книгу, то что есть еще какая-то, возможно, еще где-то, еще, возможно, в интернете тоже какое-то стихотворение потерялось, а тут уже, по крайней мере, есть ощущение, что серьезная вещь в руках лежит. У меня есть такой вопрос. Когда вы же перечитывали все тексты вот за все это время, и пока верстали книгу, 3 года — это серьезный срок, чтобы работать над одной вещью, не было соблазна какие-то вещи отредактировать? То есть переписать или еще что-то сделать? Пожалуй, нет. Ну, мы предлагали ее выпустить быстрее, просто долго верстались, потом там ждали, наверное, какой-то очереди по финансовым соображениям АСТ. Это же такой комбинат гигантский. Так или иначе, несколько затянулась работа, и я успел зато успел включить пару вещей, которые написал за этот период туда, и я очень этому рад. В конце содержания 2 последние позиции, 2 последние написанные мной книги. Цикл стихотворений «Арзамас» и рассказ «Ночной караул», по которому в прошлом году поставили кукольный спектакль «Вишкороле», вернее, в театре кукол. Соблазна переписать не было. Я обычно пишу набело. Ну, как набело, естественно, редактирую, думаю. Но потом, когда уже эти вот корабли, тексты отплывают от меня, и я, ну, как правило, я в них уверен и не переписываю. То есть ни запятой не поменялось? Ну, запятая могла... Это, мне кажется, работа все-таки уже корректора, редактора, который все равно смотрят и меняют запятые. Но у меня с пунктуацией тоже все на таком глубоком контроле. Я далеко не все знаки ставлю, как нас этому учат в школе. У меня такая облегченная пунктуация. В общем, я каждую запятую, каждую тире тоже помню, но что-то я на этом уровне что-то поправлял. Да, может быть, на таком незаметном никому, кроме меня. Вот.
Я даже не помню. Вот, а по сути, нет, ничего. В смысловом смысле ничего не менял. Судя по тому, что у вас такие произведения написаны таким языком довольно экономным, я бы сказал, да? То есть слов мало. Слов мало, смыслов много. Это такие больше уровень паролей, заклинаний. Но и, тем не менее, приставание. Я никогда не напускаю там тумана. Не люблю быть непонятным. Я хочу, чтобы меня понимали. Пишу очень простым языком. Просто, да. Эта экономия не умышленна, а потому что мне больше как-то это не надо. Вот. Потому что я в силу слова очень верю, чувствую ее в такое преобразующее начало и возможность слов, тем более искусство слова. И там вот все так, как должно быть. Лучше буду писать новые тексты, чем как-то сильно долго добавлять что-то. Просто я вспоминаю, что вот как бы в годы советской власти, когда писатели издавали, там как раз наоборот, ведь для метражу дело шло там побольше, чем больше строк, тем больше гонорар и так далее. И вот на этом фоне вы как-то так сильно отличаетесь от того поколения. Ну, так сложилось, я просто по-другому не могу. Я написал одну единственную повесть, которая, это «Овсянки», там 25, по-моему, страниц, если не меньше. А повесть, по сути, по смыслу, по объему, по энергетике, это повесть, а кто-то даже романом называет. Ну, многие называют романом, и, в принципе, по, как бы, по смыслу, по содержанию, это, в общем-то, и есть роман. Ну, это полный метр в итоге. Да, полный метр, да. Получился, так что даже не верится, что 25 страниц. Еще далеко не все вошло туда. Еще не... И вот, кстати, про понятность. Мы говорили про понятность текстов и заклинаний. Вы используете очень много народных языков, малых народностей России, и вот вся эта этнографическая такая серьезная работа по поводу, как люди разговаривают, как они себя ведут, как они живут. На мой взгляд, это безумно удивительный феномен вашей литературы, что, несмотря на всю эту этнографию и вот тонкости жизни каких-то совершенно небольших групп населения, в итоге произведения понятны всем. То есть нету такого, как когда ты читаешь тексты какие-то краеведческие. Тогда бывает только это для специалистов, и я не буду этим интересоваться, потому что я простой человек, у меня своя жизнь. А тут принимают какой-то международный формат. Но вы чувствуете то, что в этом есть некоторая гуманитарная функция, что, я думаю, просто некоторые люди только узнали то, что существуют марийцы, как марийцы до сих пор, из небесных жен луговых Марий, что вы несете вообще эту новость, эту весть для кого-то и вот эту информацию? Я чувствую, даю себе в этом отчет, но это не то, что мной движет, то есть не мои, скажем так, знамена. Я имею в виду информирование, просвещение. Это все получается заодно, параллельно, и слава богу, что так. Я работаю исключительно как художник, как поэт, и стараюсь действительно говорить со всеми людьми. Просто раскрашиваю. Я очень широко и люблю очень это, очень широко пользуюсь национальными, скажем так, палитрами красок, вот, кодов, то есть всей этой красотой, спецификой, всей этой пестротой мира, как я это называю. И это моя любовь прямо со школьных лет вот, к этой пестроте. Более понятно, приземленно можно сказать, что это национальное многообразие, языковое, культурное, да. Тем более, что я со Средней Волги, с Казани, где у нас прямо рай такой в этом смысле. Да. Как и у нас тоже эти области. Как и у вас, как и здесь тоже. Потому что тех же марийцев у нас есть целые районы, где 80% населения марийцы. И, кстати, вот Соня хотела бы обратить внимание. Вот смотри, две деревни, скажем, там русский турек, марий турек, да? Ну, даже по названиям понятно. Люди говорят каждый, ну, на своем русском языке, условно говоря. Но когда они общаются между собой, никакого непонимания не возникает. Когда ты приезжаешь там, в Пижанский район, в любую деревню, говоришь с людьми, они говорят на своем языке, но ты их прекрасно понимаешь, потому что это, ну, даже из ситуации понятно все, но это очень красиво звучит. Вот так, как они говорят, тебе никто никогда на севере области ничего не скажет. Это да, просто сейчас часто писатели стремятся брать большие города, какие-то универсальные истории, которые будут понятны в Москве, в Нью-Йорке, в Шанхае, в Пекине, потому что просто ну, большие города, они довольно универсальны по своим сюжетам. Но оказывается ситуация наоборот, что какие-то небольшие, маленькие, суперчастные истории где-то очень-очень далеко в поле, в болоте, они более универсальны, универсальны, да, и пластичны, безусловно, и интересны в итоге, судя по количеству наград фильмов всех.
Не, и опять же, если вернуться к нашим малым народам, извини, это древнейшие народы со своей огромной мифологией, со своим образом мыслей совершенно чего отличного. Понимаешь, это та древность, которая ни одному большому городу не снилась. Это десятки тысяч лет, они живут здесь. Большинство из них аборигены. То есть они попросту они, самые первые населенники этих мест. Они жили здесь до татар. До славян, первые, да. Русский язык появился самым последним, ну, как у нас, mm-hmm. и здесь, естественно, памяти у коренных народов аборигенов очень много. И я люблю со всем этим работать, но поскольку я не пишу, я занимаюсь не наукой, а я хочу, на самом деле, говорить со всеми людьми. Поэтому я еще раз говорю, я раскрашиваю в национальную... Я пользуюсь этими палитрами, но говорю на общечеловеческие темы. В тех же «Небесных жёнах» каждая новелла, она очень сильно такая марийская новелла. Там много марийскости, там много средневолжскости, язычества, допустим, нашего, там синкретизма, смеси там, с христианством, всего-всего-всего. Нет, если... У них же до сих пор существует да. религия, вполне официальная, Мария Юнгела. Да, единственные да, язычники на территории Европы вообще. Да, и они у которых как бы остались коллективные моления, да, такие моления, настоящие. В том числе у нас в Кировской области, да. они проходят в нескольких местах. Угу, угу. Вот, то есть это вещи такие, если мы говорим о какой-то там вот, о возврату, каким-то там вообще безумным архетипом или что-то, то вот они перед нами, вот эти вот все народы, которые там и на севере, коми, древнейшие народы, да, и марийцы, и удмурты, они, собственно, носители этого всего. Вот в этом смысле, в таком, в энергетическом, в смысле того, чем пространство наполнено, мы действительно Средняя Волга и Кировская область, Вятская страна, мы очень близки друг к другу, то есть такие прямо мосты между нами сплошные. И я... Это единое пространство для меня вообще. Ну, столько веков соседства, конечно, столько отношений. Что? Да, я просто хотела, на самом деле, узнать про перерыв, потому что мы так хорошо... Мы хорошо говорим, я слежу за временем, у нас еще есть 3 минуты, поэтому, Соня, продолжаем спокойно. Если что, я подам знак, ты не переживай. Хорошо. И у нас еще есть, в конце концов, звукооператор, который просто кулаком помашет, если что. Да, я просто хочу начать большую тему, которая объединяется одним словом «Казань». То есть все ваши интервью, там всегда упоминается Казань, и вы очень много говорите про Казань. И это тоже удивительно. Мы привыкли, то, что к нам люди приезжают в основном из Москвы, из Петербурга, из каких-то таких городов, где сейчас все живут. И вдруг Казань. И у вас никогда не было соблазна туда уехать? Так всерьез нет. Я... могу уехать в местность поменьше. Я тяготею к хуторам, к полярным станциям, к каким-то лесным заимкам. Правда, я не жил никогда всерьез там, но я бывал, и я не мог оставить Казань там по всяким другим обстоятельствам, там, лично-семейным, да. А в смысле того, что мне нужно, в Казани мне я могу дотянуться до всего абсолютно. И если бы если и отъезжаю, то куда-то вот подальше, поменьше. Вы меня, наверное, спрашиваете, хотите спросить про столицы? Ну, это конечно, тоже. Да, но мне там... Я мегаполисы попросту... Я к ним хорошо отношусь. И ну, Казань как... тоже, в общем-то, мегаполис, в современном ее виде, да? Ну, это большой город-миллионник, каких несколько у нас в стране, и на Волге в том числе. Но это, конечно, не Москва, не Петербург. Аналогов этим городам в Москве, прежде всего, нет. Но для меня... Мне там... Я туда приезжаю только... когда я люблю работать, сотрудничать с этим пространством, приезжать за тем, чего нет у нас, походить куда-нибудь, что-то увидеть. Но быть, жить, нет. Казань — это очень большой город для меня. И так. Ну, просто он родной, поэтому он для меня может быть всем. И полярной станцией, и хутором, и городом-миллионником. Вот. Мне там все кнопки, я там в Казани как в самом удобном свитере, в какой-то одежде самой. И все кнопки, чтобы отправиться в любую сторону света, все паруса, в общем, все тут гавань в прямом смысле. Ну, то есть, ну, вы хотели бы еще меньше, то есть какой-то населенный пункт? Я хочу, я и бываю, и живу. Полярные станции? Ну, я очень обожаю маленькие города и поселки, просто это самое мое. У меня, наверное, 90% героев моих книг живут в маленьких городах и поселках, по берегам, по лесам.
И часто вы ездите? Очень часто. Я в Казани это время провожу, наверное, ну, меньше половины. Я много в пути и часто езжу, выступаю, часто езжу, что-то собираю. Вот на этом мы как раз и сделаем перерыв, потом вернемся. У меня есть вопросы. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Соня Демина и Николай Голиков. И наш гость никуда ушел. Денис Осокин, российский прозаик, поэт-сценарист, автор повести «Овсянки», которую превратили в полный метр, да, 25 страниц, которые превратили в полный метр, в прекрасный совершенно фильм. Вчера у Дениса прошла презентация в библиотеке имени Герцена, и мы как раз говорим о книге «Огородное пугало с ноября по март», которая вчера, собственно, была презентована. Но у меня вопрос такой возник, Денис. Вот вы говорите, что Казань, если бы вы променяли на что-то более такое уютное, более такое небольшое что-то, вот вы поедете по Кировской области, подберите себе место жительства, а оставайтесь у нас. Я и так параллельно, невидимо, живу давно здесь, серьезно. У меня есть такой, я его называю таким белым своим списком, белые мои адреса, то есть города, в которых я живу как-то параллельно, но всерьез постоянно там нахожусь, где мог бы жить физически, если бы можно было. И тут на территории Кировской области есть такое, в общем-то. Более того, у меня в планах книги, уже многие написаны, и многие в планах, где мне хочется прямо вот не дотягиваться, как я привык работать, а прямо походить, побродить, то есть посрисовывать несколько, хотя это не совсем мои традиционные методы, но просто хочу себе позволить такое удовольствие. Я ваше приглашение не просто принимаю, а оно уже, так сказать, я уже так живу. И буду обязательно, буду жив-здоров, если... Потому что вот у вас сейчас, как я понял, в планах там поехать, там, скажем, на Линск посмотреть, да? То есть там, где у вас уже... Вы уже там были литературно, а физически... Я на Линске, там... конкретно на Линске я много чего писал, и даже одну книгу, там, где Пеларгония называется, герой-автор ее пишет, находясь на Линске. Да, и в тех краях конкретно я был почти во всех районах, но сам на Линск проезжал мимо все время. Вот теперь хочу съездить и выходить. Да. Потому что там даже сейчас, вот я интересы ради иногда наблюдаю, вот эти вот странички там, которые ведут в социальных сетях жителей Нолинска, там интересно, это древний очень город, на самом деле старый очень город, там есть много таких вот традиционных достопримечательностей, но сейчас, когда там пишут, где надо в Нолинске побывать, где сфотографироваться, что обычно сразу пишут, там появился такой персонаж, цыган. И все с этим цыганом фотографируются и все прочее. Я даже сам захотел съездить в Нолинск, фотографироваться с этим цыганом, совершенно такая... Потрясная личность, видно, такой, знаешь, такого бомжеватого плана, такой весь мохнатый, такой здоровенный. То есть это человек живой? Это человек живой, ага. Он бродит по Нолинску, и вот как бы он вместо того, ну, таких людей в Кирове, скажем, подвергают некоторому там остракизму, условно говоря, а там он, наоборот, становится такой легендой, люди хотят его найти и с ним сфотографироваться, понимаете, вот так, что происходит. Помимо того, что вы знаете о Нолинске из книг, там идет такая вот жизнь интересная. Поэтому вот, не сомневаюсь. Может быть, да. Интересная жизнь. Угу. То есть то, что вы даже представить в своих повестях не можете, там происходят такие вещи, которые, ну, вот они за грани логики, скажем так, их нельзя логически просчитать. Я совершенно абсолютно верю вам. Я знаю, что жизнь, она никакое воображение не справится. И у него очень на плече кошка сидит. Всегда? Вот на фотографиях, которые я видел, да, не знаю, одна и та же, или вот я не сравнивал. Привязана. Вот. Ну, вряд ли привязана. Я хочу и собираюсь приезжать, работать, и не выходя из комнаты, и выходя из комнаты, то есть и разъезжая, и я надеюсь, что я еще вам не раз буду вас расспрашивать, а вы мне будете помогать. Мы всегда рады. Да, было бы интереснее, все-таки вы нам рассказывали. Я вам тоже расскажу. Да. Но я имею в виду, как местные жители, просто помогать. Вот. А вот скажите, пожалуйста, несколько раз вы упоминали герой-автор. Вот угу. Кто такой герой-автор? И у каждой книги вашей свой герой-автор. Кто эти люди, герои-авторы? Ну, так не только я работаю, а, мне кажется, большинство писателей, поэтов, ну, в литературоведении это называется лирический герой, если это лирика, да. Ну, это такое устоявшееся название, вот герой-автор. Да, герой-автор, это тоже, кстати говоря, не я придумал, но я просто активно пользуюсь этим термином. Да, в каждой книге солирует, повествует герой-автор, который я с собой как с личностью не идентифицирую. Мы в разной степени близки, чаще всего сильно близки, ну, на разных расстояниях. Если герой-автор
книги называют себя по имени, отличному от моего имени, как А.С. Сергеев, герой, автор повести «Овсянки», тогда я вынужден ставить его имя в титульный лист. Поэтому «Овсянка» написала А.С. Сергеев, «Овсянки», ныне 2006 год. Вот так выглядит титульный лист. Mm-hmm. Если человек зовут Валентин Кислицын, живет он в Верхнем Услоне, напротив Казани, там в поселке, на холмах над Волгой, тоже, значит, я напишу Валентин Кислицын. Если герой-автор никак не представляется, тогда написан Денис Осокин. Это и метод работы, и техника безопасности, и такая отделение правды жизни от правды искусства, и в общем, плюсование, то есть добавление в мир того, чего нет, вот таким способом. Что-то ты... И прохождение тех путей, по которым ты сам как личность не проходишь. В общем, все это очень нужно. И для меня фокусируется в героях-авторах. Там огромное количество... Техника безопасности? Вы Техника говорили? Безопасности в том числе, потому что это искусство, это очень серьезное занятие, искусство слова, а сила слова велика. Говорят, что боги там творили мир с помощью слов. Вот, поэтому, и поскольку художник — это самый честный человек из всех, какого я знаю, если даже он пишет фантастические вещи, то чего нет, чудесное, наичудесное, волшебное, наиволшебное, но только искренность, честность и такое заныривание полное за той самой художественной правдой. Каждая книга — это как экспедиция. Ты идешь неведомо куда, до конца не знаешь куда. Поэтому себя как личность абсолютно растворять — это достаточно опасно. Это могут быть такие качели-маховики, которые ты раскачиваешь в существовании. Они могут потом и тебя как-то чуть ли не смести вообще с поверхности земли. Я не раз испытывал сильное напряжение, когда мои книги врывались в мою жизнь, или я там их сдерживал. Я же о разном пишу, о разном говорю, разные пути прохожу. И со смертью связанные, и с магией связанные, и с чем угодно. И воскрешаю там всякое. А поэтому я, конечно, для техники безопасности это нечто, что имеет место. Поэтому я всегда могу отказаться, если захочу, сказать, что это герой-автор туда пошел и сказал. Mm-hmm. Принимаю только похвалы, я могу сказать, что если не нравится, претензии к герою-автору. Если нравится, ко мне, пожалуйста, я вот с удовольствием. Вот. Много-много всего. И, повторяю, так работаю не только я. Да, конечно, это еще Пушкин повести Белкина написал, в общем-то. Ну, так хорошо сказала. Это вообще Белкин повести Пушкина написал, да? Все правильно, совершенно верно. Если говорить о безопасности, лучше понимать так. Белкин написал, Пушкин как бы здесь дистанцирован. Просто, да, издал. Это такая серьезная тема, но она имеет место. Я имею в виду, что это... искусство, оно примерно как магия, только, может быть, еще гораздо тоньше, сильнее, потому что больше веры, и не нужно ничего доказывать. И ты ни с кем не споришь, а вот сам творишь, идешь, прокладываешь дороги постоянные. А эти люди, они пишут только по одной книге? Нет. Или вот Сергеев, он только «Овсянок» написал? Или еще после «Овсянок» через несколько лет, уже после выхода фильма в 2013 году, я написал, Сергеев появился снова, и написал книгу «Снежные подорожники». «Снежные подорожники» — это птицы пуночки, кстати говоря, которые близко родственны овсянкам. Их еще называют снегурочки или полярные воробьи там на севере. Он вынырнул в городе Коломна Московской области и решил разгадать тайну имени этого города, потому что утверждал, что знает, он выучил мирянский язык там под водой, аист. Говорит, что Коломна — это переводится как «смерти нет» с мирянского языка. Вот. И ему захотелось разобраться, почему так. Есть такая книга, она в новом сборнике тоже есть. И он, возможно, еще появится. Но это не обязательно. Я только если это необходимо. Мне хотелось тогда. А вот эти ваши, ну, условно говоря, ваши двойники, там, скажем, или как-то еще, вот эти вот люди, авторы, да, они, вы их вызываете, когда нужно, или они сами приходят и говорят, мы сейчас вот что тебе расскажем? Ну, как здесь происходит? Наверное, момент? И не так, и не так. Это все-таки я...
забочусь, так сказать, о своем психическом здоровье, не позволяю себе не раздваиваться, не расстраиваться. Естественно, это все просто методы. Я понимаю, что это методы. Этих героев порождаю я, но я их веду. Именно выбор-то героя остается все-таки вот персонально за вами. То есть вы так совершенно трезво, четко говорите, эту книгу будет писать вот он. Я ищу и нахожу. Ищу интуитивно имя, географию. Для меня всегда первична географическая система координат, составляющая, и вот личность героя автора. Это все находится. Я попросту так вот на ощупь трогаю, пробую на вкус, не знаю, как. И если это не то, значит, дальше. Когда то, то вот так я нашел имя Аиста Сергеева, героя автора книги «Овсянки». Поэтому все вместе. И я все эти книги написал, но герои авторы... Наконец-то такое честное, я все эти книги написал. Но герои авторы ходят своими путями, а я могу им помахать, могу там, не знаю, отвернуться от них, как угодно. И в этом, в такой работе больше возможностей, на самом деле. Но последние годы у меня идет очень много лирики, попросту таких лирических, простых стихов. И там практически я пишу от своего, я, что ли, там герой-автор минимален, хотя он тоже там есть, да. Со временем сокращается эта дистанция. Раньше, лет 20-15 назад, эти дистанции между мной и героями-авторами были больше. Но тогда меня больше заботили какие-то исследования антимира, мистической стороны, взаимоотношений мира живых, мира и того мира. Сейчас, может быть, меньше, или как-то уже так это... Просто мне не хочется об этом много говорить, и больше лирики и сердечности такой, когда нет необходимости даже придумывать другие имена героям. Только вот самое интересное начинается, уже заходит человек читать новости, время наш подходит к концу, к сожалению. Ничего себе. Я с удовольствием поговорю с вами еще, если будет такая возможность. Так, спасибо. Пока еще не уезжает Денис, он еще будет здесь какое-то время, так что, может быть, и получится. Если что, я знаю, где он живет. Я не против, спасибо большое вам. Денис, спасибо большое, что нашли время, к нам пришли, это была, правда, очень интересная беседа. И мне тоже, говоря, мы все-таки купим эту книгу, да? Я уже заказала в библиотеке. Заказала уже, да. Все, отлично, я последую твоему примеру. Денис, спасибо большое. Спасибо. До свидания.